На этом уроке мы рассмотрим, как с помощью инструмента «Рамка» можно исправить перспективу фотографии. Итак, выберем инструмент «Рамка». Нарисуем обрезающую рамку на нашей фотографии. Теперь установим флажок «Перспектива» на панели «Свойств» инструмента. Перетаскиваем прямоугольные маркеры в верхнем левом и верхнем правом углу, так чтобы горизонтальные границы обрезающей рамки шли вдоль границ здания. Дважды щелкаем внутри рамки. Итак, фотография обрезана. Перспектива фотографии исправлена. На этом наш урок завершен.